A já doma už to mi v prvých 10 minutách prvou periodálně plochu hráli, tam mi zabili gol první i potom sledujících 10 minut prvou periodu tam mi prohráli hru a mi papali 3 góly. A v druhém periodě trošku poměnili hru i sestav. Jak mi zabili druhý gól, u nás byly ještě šance, no v posledním periodě tam byly situace na v balšinstve na zabývání, no nebyla udáča. Na rozkazač to, důmaju, že to stopěrník byl si hodně Lučový komandoj i ráznica byla měždu balšinstvom v komandách, potom už to ani zabili dva. I Miničevo, i igraky, které je poloučili štráfy, to bylo, důmaju, už to 6-6 nebo 7-7, to bylo rovno, tak poetomu, důmaju, mi prohráli hru. Спасибо, пан Яндыч. Венера Васильевич, ваши комментарии по сегодняшнему матчу. Я хотел бы сказать большое спасибо, благодарность выразить ребятам за тот матч, который они сегодня выдали. В общем-то, он нам нужен был, эта победа нам нужна была и в турнирном плане, и чисто психологическом плане, потому что последние игры у нас не очень удачные концовки матча складывались, и сами матчи с ЦСКА сложился неудачно. Поэтому сегодня матч был очень важен. И вот я говорю, особенно благодарность ребятам, что опять-таки, поведя 3-1, мы пропустили гол 3-2. И, в общем-то, в третьем периоде, ну, скажем так, не было того, что было до этих матчей, когда мы, ведя в счете, начинали пятиться, начинали как-то так нервозно играть. Тут более-менее, в общем-то, команда выдержала и темп, и задание на игру. И то, что мы выиграли, это хорошо. Ну и хотелось бы, в общем-то, поблагодарить команду гостей. Мне команда очень понравилась. В общем-то, мастеровитая команда с хорошим подбором игроков. С такой командой приятно играть в хоккей. Сден Ахара практически не уходил со льда, играл большинство, играл меньшинство, играл несколько смен. Как вообще вам сегодня и что это было решение ваше или его по поводу игрового времени? Ну, это наше решение. Он так играет в НХЛ. Он играет 25-30 минут на льду. Это нормально для него. Он может это играть, и когда возможность набрать такого защитника, надо его поставить на игру, чтобы играл. Как помощь от него, не знаем, как долго будет еще локаут. Но если он будет здесь, надо его использовать, чтобы он играл. Прошлый матч Емелин с Гореем отдыхали, сегодня Панков они играют. Это так и будет? Они будут через матч выходить? Нет, так через матч не будет, но просто, понимаете, молодые постоянно играть не могут, чисто физически даже, в физическом плане. Поэтому мы где-то будем подменять. Но, как говорится, на следующий матч посмотрим, что будет на следующий матч. Но пока получилось так, что Панков сыграл сегодня, Гореев сыграл. Кто будет играть в следующий матч, у нас впереди еще пауза есть, мы посмотрим, подумаем, решим. Но не факт, что они будут играть через игру. Да, пожалуйста. Вячеслав Малецкий, Владимир Осихович. Вы выпускаете в меньшинстве Владика с Гуркиным, в составе на листе написано Владяк Сангулов. Гуркин в меньшинстве лучше, чем Сангулов играет? Или готов лучше? Ну, скажем так, они оба готовы хорошо. Просто Гуркин, он более, ну, как сказать, более эмоционально спокоен, что ли. Как-то вот более надежно играет он, скажем так. Более спокойно. Можно второй вопрос о защите? Андрей Зубарев в меньшинстве играет по минуте, по полторы. Это тоже вследствие того, что он лучше, чем остальные, готов, или тоже играет спокойно? Нет. Они играют полторы минуты и полторы. Это просто если они смениться не могут, они играют полторы минуты. Если не дают, нет возможности поменяться. А если поменяться есть возможность, они играют 30-40 секунд, не больше. Потом меняется. Просто иногда приходится, если кто-то удален, защитник удален, приходится одних и две пары защитников просто использовать через раз. Поэтому получается, что как будто бы они на поле находятся много. Сегодня Макентайр планово вышел или из Пепперли что-то? Так, McIntyre, on byl dlouho traumirovan, tam byla problém a už je v augustě, tam poloučil traumu.
И мы вышли только с одним вратарем, это был Пеперле. Он в первых 10 играх очень хорошо играл. Потом уже, думаю, что уже немножко попал внизу. Но у нас не была возможность там поменять вратара. И когда уже подготовил на игру, мы его поставили в Нижнекамске на первую игру, там очень хорошо играл, поэтому продолжали и дали ему опять возможность, чтобы в этой игре играл. А думаю, что там с такой командой, какая Уфа или команды Динамоска, надо, чтобы вратар играл, его игра была без ошибки. Не могу сказать, что бы ошибовал много, но там тяжелая ситуация, решил, но надо. Я видел игру Слован Уфа. Уфа играла 50 или 45 минut только v zóně atáky i dva ačky nabrala. I Janus jak igral, to byl samý lučí igrok po igre ve všech igrakách. No, nám řešení na sledující igru neznám ještě, no, neplocho igral. To nebyla prostá situace dla němu. Ну, что там? Мне кажется, сегодня и Мусатов, и Филатов забили по голу. Комментируйте игру. На что выделять? Вся команда сыграла здорово. А то, что Филатов и Мусатов забили гол, это здорово. Я надеюсь, что это придаст им уверенности. В общем-то, они оба очень хорошо, но сильно старались. Не хочу сказать, что конкретно сегодняшний матч. Они чаще стараются. Но то, что Мусатов выходит на свой, может быть, привычный игровой уровень, и то, что Филатов, в общем-то, сегодня... Но правило довольно-таки, скажем так, хороший матч. На хорошем уровне это радует. Ну что ж, всем спасибо. Спасибо, до свидания.